Итак, проект Apollo Engineering. День второй. Личный код 423657. Инженеры, наемники и ученые уже на острове. Многие рабочие возводят здания, строят порт и защиты от динозавров. С момента прибытия ученые обнаружили, что данный мир уникален. Пока что мы обнаружили всего 10 видов. Но мы знаем, что это не предел. Животные на данный момент не идут на контакт. Также фаза отлова и изучения планируется на более углубленном этапе, шестом. Вы только посмотрите на разнообразие данного мира. Организмы, которые существовали сотни миллионов лет назад, уже в наших руках. Apollo Engineering дало задание провести многочисленные опыты в дальнейшем над ними. Это реки Исла-Спира. Они довольно опасны в этих местах. Район центра. Здешние места кишат древними животными, дейнозухами. Не подходите близко к борту лодки. Это может быть опасно. Лодка укреплена, но вас могут утащить в воду. Код 4235. Не подходите к борту. Черт, нет, отойдите, стреляйте!